6 марта 1937 года в Ярославской области в семье выходцев из Беларуси родилась Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт. Ее отец погиб на Советско-финской войне, и матери пришлось воспитывать дочь в одиночестве. Валя окончила школу и пошла работать на предприятие, но затем увлеклась парашютным спортом. Именно в это время великий ученый Сергей Королев подбирал кандидатуру для запуска первой женщины в космическое пространство. Валентина Владимировна прошла на отлично все испытания и была выбрана в качестве приоритетного кандидата. Ей дали позывной «Чайка». 16 июня 1963 года Терешкова отправилась в космос на корабле «Восток-6» и выдержала 48 оборотов вокруг Земли на протяжении 3 суток. Валентина Владимировна до сих пор остается единственной женщиной-космонавтом, совершившей одиночный полет. В том же 1963 году Терешковой присвоили звание Героя Советского Союза за невероятный прорыв в освоении космического пространства. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Узнайте больше о нашей истории.